Ну вот, друзья, мы застряли. Очередной раз, очень часто такое бывает. Давайте посмотрим, как мы вылезем из этой лужи. Передние колеса сели полностью, но мы сделали рычаг. Давайте поглядим, как это было, как это сделано. Может быть, кому-то это пригодится. Но подпорку надо ставить туда, где ставится домкрат. Но у нас пороги мененые, они новые. Поэтому мы свободно ставим рычаг. И вот, друзья, мы застряли. И как же поднять машину? Взять бревно, взять какую-то штуку, поднять ее рычагом, подложить сюда палочки, а сейчас попробуем выехать отсюда. Давайте посмотрим, как из этого получится. Давай на раз, два, три, я подниму. Давай. Раз, два, три, давай. Опа. Опа. Опа, выше. У тебя последний и сидит вроде как всплыла. Ну что, давай залазь, попробуем. Подожди, подожди. Убираешься. Давай вперед. Иди давай, она сейчас сыграет иначе. Не удержу. Сейчас подожди, я подвижусь. Так. Рычаг, подожди, еще двигаюсь. Так. Все, все, если сижу. Давай, давай, беги быстро, да и все. А что, быстро? Меня поднимает. А, я вверх поднимаюсь. Ты рычаг прокладываешь. Ты удержишь? Я даже пока. Пусть тихонечко. Вот.
это изучил бы, блин. Если смог бы будешь. С этой стороны сбоку ставь. Она так хорошо легла. Всплывает. Она там не прижата, ничего не всплывает. Второй. Поперек не получится там молочка. Тогда прям вот. По диагонали, ложь. Иди. Не держал, сейчас. Остальные поправь тоже, вот эти, которые подлезали. Это уже толку нету. И потом сверху еще толкнем. Сейчас. Еще это шпицово. Чтоб не всплывало. По сути, сажай. Вторую так, вот эту, которая у тебя сейчас рядом лежит. С этой стороны вот от себя положь. Вот так? Так? Да. Придерживай ту, чтобы пустая не всплыла. Да, у меня за подпорку я поставил. Так, подожди, сейчас. Ты по этому брюку где? Все? Отпускаю. Давай тихонько. Отпускай. Так. Пробую. Давай. Мне еще надо как-то переться получше, чтобы толкать-то. Еще вперед. Уф, устал. Давай в раскачку. Ну, угадать не можем ритм. Давай попробуем. Подожди, я там пойду в машину, Олег. Ну, легче прийти, да. Мне все равно шевелить надо. Наше движение идет вперед. Отсюда сдвинули. И путем опытных махинаций двигаем ее вперед. Маленько-маленько. Маленько, а потом еще маленько. Ну и надеюсь, сейчас мы ее вытянем. Сейчас натянем и попробуем потолкать.
Ну вот, мы еще немножко продвинулись. На этих сторона поднялась. Остается. Да, отцепляемся. Ну и пробуем дальше. Что из этого получится? Подвязались к следующему дереву. И тихонечко мы сейчас выйдем из воды. Вот из этой лужи. Тихонько-тихонько. А там еще тихонечко. И сейчас подтолкнем и немножко сдвинемся. И еще один заход. Теперь давай-давай за следующее дерево. Дерево шевелится. Делай дерево. Посмотрим сейчас. Такое ощущение, что мы его сейчас выдернем. Дерево двигается, Олег? Ну хорошо, да. Ну вот, мы еще немножко про... Ну вот, выехали мы из этой ямы. Нашу палку мы уже сломали. Эту мы еще не сломали, вторую сделали. Раза четыре. Сломали все ветки. Нашли рядом шифер. Короче, еле-еле мы вытащились. Машина у нас очень красивая стала, прямо как новая машина стала. Супер, супер красота. Все в говне, сейчас будем отмывать ее. Ну что ж, если бы не товарищ на квадроцикле, который нам помог в конце концов, в конце пути, мы бы еще ковырялись долго. А время уже 5, толкали 3 часа эту машину. Ладно, друзья, увидимся на канале. Вот такие вот покатушки они бывают. Всем удачи, всем здоровья. Надеюсь, у вас будет поменьше таких случаев. А мы моем машину.